Тема выставки – условный город Клин-13. Город художников, ментальная карта которого вклинивается в знакомую московскую реальность. Художники выставки Мария Павленко и Ника Дондуа выдвигают гипотезу. Театральный художник осознанно или интуитивно отражает в своей сценографии фрагменты реальности и среды, в которой он существует. На выставке представлены макеты, эскизы, арт-объекты, инсталляции 13 художников, а также фотографии, посвященные взаимосвязи сценографического замысла и городского пространства. Вместе с участниками авторы экспозиции исследуют топографию каждого проекта, находят в городе места, перекликающиеся со сценографическим решением художников. Экспозицию дополняют фотографии 13 локаций, отобранные каждым из участников индивидуально. Их задача – максимально отразить образ места, важный для художника в рамках представленного проекта. Образ, который он использует или подразумевает в своей сценографии. Формат ежегодной выставки молодых театральных художников «Клин» стал идеальной платформой для эксперимента. На выставке представлены проекты 13 художников, каждого из которых авторы экспозиции попросили выполнить задание – найти в городе места, перекликающиеся с его сценографией. По результатам эксперимента была составлена карта города Клин-13, в которую интегрировали макеты 13 участников. Каждый макет соответствует конкретному месту на карте города. Выставка «Город Клин-13» стала отправной точкой для серии проектов, посвященных мечте о тотальном театре, где граница между повседневной жизнью и искусством стирается. Посещение театра становится массовым и ежедневным занятием, а город – общедоступной площадкой для реализации и презентации театральных проектов. Авторы верят, что именно так будет устроен театр будущего. В рамках серии они выступают от имени организации «Объединенные игровые площадки» и исследуют, каким образом пространство спектакля может существовать вне здания театра и как такой театр может взаимодействовать с городской средой. И в чем будет заключаться роль сценографа в этой модели театра будущего, театра, интегрированного в городскую среду? Может ли сценографическое решение существовать вне декорации?
Thank you.